Саратовец подозревается в даче взятки. Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего гражданина. Молодой человек работал менеджером по продажам одного из операторов сотовой связи. Мужчина имел доступ к базе данных и незаконно предоставил персональную информацию третьим лицам. Данный факт был выявлен правоохранителями. Желая смягчить ответственность за свои действия, молодой человек решил дать взятку должностному лицу, после чего был задержан. В дневное время, находясь в салоне автомобиля, припаркованного возле одного из домов на улице Вольской города Саратова, молодой человек передал взятку в виде денежных средств в размере 50 тысяч рублей оперуполномоченному УФСБ России по Саратовской области. После этого его противоправные действия были пресечены сотрудниками данного ведомства. В ходе допроса в качестве подозреваемого молодой человек не стал отпираться от содеянного и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.